Выглядит, а не больно, да. Не больно, да. Даже... Да. Как так случилось? А, вы про синяк или про бой? В целом? Синяк, да. А, синяк пропустил, по-моему, в конце второго раунда левый прямой. А, готовились, честно говоря, он, Олег, очень хорошо уходит влево и левый боку бьет. Я жду. И он так влево уходит, я думал, сейчас боку, поэтому мне так коротко ударил, видел этот удар. Ну, нормально, хорошо попал, единственный хороший удар. И два раза там, грубо говоря, ну, не в затылок, конечно, я так ведь сделал, типа, в затылок. Вот, по бою херня полная, полное дерьмо. Вот, нет, нельзя переписывать вообще. То есть, я как говорю, надо дали полное дерьмо по бою. Вот, я сделал, что я мог. Потому что я за два года провожу второй бой после тяжелой травмы. Не оправдание, факт. Человек 14-й бой проводит. Вот, и просто два раунда он от меня бегает, хотя я должен вторым номером этот работать. Вот, я думаю, после этого боя нас обоих с РСИ очистят. Вот, но больше вопросов к нему. Как есть, я говорю, еще раз повторяюсь, человек 14 боев проводит, и выходит такая шляпа, короче, весь турнир великолепный, я вот так смотрю записи, нокаут, рубка, нокаут, рубка, нокаут, рубка, главный бой, говно полное, повторяюсь. А, все вопросы к человеку, вот, я его поздравил, а еще он выиграл, проблем нету, он выиграл, но бой с Родригесом более интересный, этот шел вперед, ну, я думаю, любой аналитик, адекватный человек, который разбирается, понимает, что я буду работать вторым номером, Олег работает вторым номером, ну, пропустил он справа 11 от меня. И на этом, грубо говоря, я понял, что он затягивает все раунды под конец, весь бой. Ну, повторяюсь, чемпион не должен так драться. Я думаю, организация, я думаю, Николай Клименко будет в шоке, короче. Он уже в шоке, мне кажется. Уверенный, что этот. Двоих нахрен нас отчислят после этого боя. Он сказал, да, что он очень недоволен. Недоволен? Да, сказал, да. Да, он сказал, что это было ужасно. Да, я видите, я же говорю, дерьмо, а вы говорите, почему это записать. Нет, нет, надо своими моментами, своими вот эти, что мы сделали, называть. Свое оправдание, ничего не говорю. Я как мог, я подрался, да. Давайте быть адекватным. И все понимают, что я как медиа, да, такой статус, медийный такой тяжеловес, который в свое время свои нокдауны, там, за 8 боев 19 нокдаунов заработал. И да, жизненная ситуация вот так поменялась, что мне приходится работать вторым номером, мне приходится развиваться. В медийном плане имеется в виду, я чуть отошел от каких-то конфликтов. Ну, маленькие такие у меня есть, юмор аккуратный. Подкалываю, ну, работаю именно, знаешь, так, без, как я вижу, без перехода на оскорбления там и так далее. Вот, ну, назвал его там трусом после боя с Мурадом, но это факт, это объективный факт, не только мой, а всех, да, потому что ну, человек мог бы с ним подраться, он отказался, я назвал трусом. Вот, дерется он хорошо, я думал, что дерется он нехорошо, вот, человек вышел, просто отработал свои бабки, минимально получить травмы, и все, бил, я не знаю, он бьет, я останавливаю, бьет, останавливаю, один удар попал. Вот, ну и я фиг знает, что еще ему сказать. Надо у него сейчас спросить, он рад или нет. Я прям в раздевалку зашел, я прям сразу сказал своей команде, пацаны, бой говно, нас обоих очистят. Я был бы мне на место Николая Клименко, я бы его точно очистил бы. Его точно очистил бы, но человек не разговаривает и не дерется. Но надо хоть что-то делать. Из двух моментов надо хоть что-то дерись, да, ну дерись, что ты не можешь драться, что ли. Он, блин, боится, я же вижу, один с попом он боится. Ну, про левую руку я свою молчу, я как могу, так работаю, проблем нету, да. Но вот справа один раз ударил, все. Он боится, он весь вот просто, ну я же вижу, глаза в глаза, мы работаем. Я просто вижу, он вот так работает. Он все время вот здесь у него руки. Вам трудно, наверное, это со стороны увидеть. Но я вот работаю, вот, он вот эту сторону, вот он все ждет это справа. И, бля, 5 раундов он ждет это справа удар, и все. Мне приходится вот этот чепчик. Кого, правый? Он ждет. И я же чувствую, Лех, я прям чувствую, что он прям вот только на правую руку смотрит. Я только, он смотрит. Да, один раз я попал, остальное он просто оттягивается. Все равно тяжело с правой начинать без левой руки, да, если левая, левая, правая, левая, правая, правая навстречу, он не дает, он сам боялся подходить, и все. Ну-ка, еще раз, я не знаю, третий раз повторюсь, дерьмо полное бой. Из всего турнира самый говно бой, виноватый там Олег Фомич. Дальше. Всем привет! В этой паузе хотим рассказать про акцию друзей нашего канала, букмекерской компании Bet City. Зарегистрируйся с промокодом TOP, сделай первую ставку и получи до 2000 рублей. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, ставьте на своего фаворита и не забывайте про промокод TOP. Всем удачи! Ты сказал, что вот он работал вторым номером, да. Но после, если я не ошибаюсь, третьего раунда, ну ты видишь, он даже не... Просто Николай Клименко сказал, что ты избегал боя. Ну, то есть да, нет, я отходил, я работал на ногах, ну поджимай, иди в этот, он же стоит, ты же. Да, я работал по периметру, ну то есть ринг 2 на 2 метра, здесь ну типа ты, мы как бы под метр 90, да.
и все, ну иди, бей, еще, как я избегал. Если он бьет 2-3 удара, не попадает, останавливается. Ну, то есть, Николай Клименко, еще раз пускай присмотр, он просто защищает сейчас, потому что он выиграл, надо кого-то, короче, этот. Вот, здесь это дерьмо боя, еще раз повторяюсь, вообще дерьмо. И не может человек, блядь, 14 боев за 2 года провести и выйти на главную арену, вот такую херню сделать. Раскачивает, молчит. Что-то видео снимать, молчит. Даня Рогбистов, он сказал, вызов кинул, и все, молчит человек. Вышел, бой говно он провел. И молчит. Ну, что мне делать теперь? Скажи, ну, ты не считаешь, что доля твоей вины тоже есть? Потому что нет, у меня вообще доли никакой. Братан, вообще никакой доли. Было бы наоборот, я просто вышел бы и шел бы этот, херачился бы. Да, дай мне 14 боев за 2 года провести, каждые там 2-3 месяца. Да, я на тебя посмотрю, я с тобой выйду. Да, вот, ну давай логически смотреть. Ну, человек выходит и, ну, не выполняет работу. Он, я что, двигался? Ну, подожми, ну, ты же, он дрался со Сланом. Он с кем только не дрался, да? С кем он только не дрался, вот. Он просто избегал, я говорю, я пропустил этот один удар в самом начале с правой. И все время он боится этой правой. И все, да, я двигался под свою правую руку, готовил это, но он мне не давал это делать. Но я двигался, нет, проблем нету. Я просто двигался, да, там, и так далее. Ну и то у меня это, ноги вообще встали. Вы же видели. А почему? Вот, ноги встали? Показалось, да, что вот в третьем раунде я, мы вот прям с коллегами стояли. Ноги встали, говорю, да? Все, Гаджи встал, как бы. Ну да, 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 да. Да. Да, да, встал. Почему так случилось? Есть объяснение? А, есть, ну это уже мое личное, да, я просто травму не хочу, это мое личное. Да, ну типа, блин, что вот сейчас рассказывать, что у меня было, президент лиги знает и все нормально, это мое личное и так далее. Гаджи, вопрос тебе, да. Это же первый, я видел, стоя в ринге, как ты советовался с ребятами после 5-го раунда о том, выиграл ты или нет. У вас был прям разговор такой об этом. Ну я типа 2 раунда забрал, и вот 5-й я просто понял, так этот, типа этот, насколько он попал, все. Он чистых ударов-то у него не было. Бля, один удар Джей попал, хорошо попал. И, ну, прям, ну, нормально травмировал. Прям жестко попал. Ну, не жестко, просто я даже видел это, да. Понял, Юрий, я видел. Я готовился, подал левую боковую, и все. Он, знаешь, он просто выбрал такую же тактику, что и я. Он, типа, 2 раунда, это, типа, херней страдать, а потом 3-й, 4-й, 5-й, а вот просто на дистанцию бить и это, отходить, и все. Ну, типа... Он же там... себе представить, что именно такое будет? Я не мог, я слушал. Да я не мог, что он так будет. Я думал, он захерачится. Блядь, человек 14 боев, ты, блядь, ну ты уровень надо же смотреть. Угу. Ты когда, я спарингался постоянно там, ладно, это все моменты мои личные, это не важно. Но я ожидал намного большего. Я прям ожидал, понял, я прям хотел почувствовать первые 2-3 раунда. Я хотел вот это напряжение, как с Родригесом, реально, я чуть там пришлось там заводиться и так далее. А здесь... Хер его знает. Ну, понял, я ожидал от него большего, реально. И он выиграл, я, ну, типа, сомнений нет, что он выиграл. Технический класс он показал. Угу. А, знаешь, такое, типа, не получить травму, ничего не делать, так аккуратненько отработать, и все, и не пропустить с правой. Я знаю последний вопрос, только не агрессируй, пожалуйста, да. Ладно, это важно. Да, хорошо. А, готов ли ты к тому, что тебя уволят из России? Да, да, конечно, я готов. И его тоже надо увольнять. Увольнят, это Николай этот момент, и все, захочешь, пускай увольняет. Но ну, ты типа, считаешь это справедливо? Я тогда? Считаю, ну, если обоих, то да, справедливо. Uh-huh. Ну, потому что я хотя бы пресс-конференцию всю раскачал, я хотя бы видео снимал, полгода до этого боя я снимал. И когда Олег один раз сказал, я еще везде комментировал, во всех этих соцсетях, не считая СССР, я раскручивал, да, я кинул агрессивный вызов, я оказался при людях плохой, назвав его чкошником, что он Мураду, это, я это, типа, взял себе, типа, я плохой, он белый, хороший. Да, это же тоже надо же понимать, ты же понимаешь это в раскрутке боя и так далее. Я взял на себя роль плохого. Да, если двоих выгонит, проблем нет. Я еще раз, я бы зашел, я говорю, это говно бой, я говорю. Типа, ну, это, ну, не чемпион. Типа, да, я там двигался, да, я бой сушил, но он мне вообще не давал это работать правой. Блин, я сколько, мне это, говорит, почему ты правой не был? Я говорю, я не мог ее ударить, он, я только хочу ударить. Он тоже разрывал дистанцию. Да, я двигался, я останусь, хочу ударить, он тоже не идет. И все. Ну, то есть, такие моменты. Я согласен, если Николай уволит, у меня одного нет, проблем нету, но я считаю, надо двоих увольнять. Прекрасно. Потому что это будет честно и так далее. Ну, типа, где он бои будет проводить? Ну, типа, прикинь, у нас сейчас Шульский есть, Николай Данилов есть, гран-при есть сейчас, да, который будет идти. Вот, а надо два варианта. Смотри, это я уже это сговорил людям. Это или надо уметь раскачивать, ну, мы не берем раскачивать, Тама, да, раскачивать, не будем лиги назвать, они тоже для людей прикольно раскачивают, но у нас на Урале, я здесь живу, нет, чуть не принято, да, там, есть моменты, можно где-то так аккуратненько укусить, но не перегибнуть, как я вижу, палку, да, там, вот, или надо хорошо драться. Весь турнир, ты видел, бои, что было? Я это смотрю, нокаут, нокдаун, эти, да, 5 раундов, этот соглавный бой, начало турнира, нокаут, и туда-сюда. И этот выходит, херня страдает, и все, просто выходит, боится этот, избегает бой.
первые два раунда избегают бой, третий, четвертый, пятый я сушил бой. Я, ну, не скрываю, я не отрицаю, ну иди, блин, бей, и все. Он мне, знаешь, что ты, он мне всю в руку бил, кроме вот этого. Видел? Я так раз, я думаю, что ты делаешь, бей в голову, короче. А он почему в руку бил? Знаешь почему? Иди сюда, пускай они видят. Давай. Встанем, стоп. Вот смотри, смотри, для почему он в руку бил. Смотри, вот я бью. Смотри, вот я бью в челюсть. Поставь руку перед собой. Вот я бью в руку. Смотри, дистанция. Вот я где встречал, смотри. Вот он бьет правой. Бей мне правой. Да? Ты понимаешь, что он делал? Подними руку. Вот, где, вот сюда, подними руку, вот что он делал. Вот что он делал. И, конечно, я здесь встречал. Убери руку. Вот бьет в челюсть. Ну, встань, я не знаю. Вот, в челюсть, да, вот он, удар в челюсть. Конечно, он не достает, я такой раз ловлю. Я такой думаю, вот я техничный, короче, боец. А он, оказывается, он до меня доходит, он сам боится. Мне вот здесь останавливает, руку убирает. Почему? Чтобы я ему в ответ не ударил. И получается, да, нет, я еще раз, пятый раз, я типа бой сушил, двигался и так далее, понятно, да? Я думаю, любой до конца человек понимает. Все, спасибо. Вопросы? Все, все, на этом закончим. Всем. А, ну мы же работаем. Я же вижу. Вот, вытяни, пожалуйста, руку. Смотри, это, вот эту, да, вот поставь. Да, вот смотри, что он делает. Вот смотри, что. Да не, вот, да, а, ты понял, что он делает. Убери руку. Вот сюда. Вот, вот, да. А поставь сюда руку. Он мне вот сюда бьет. Блин, ты посмотри, что. Я вот так, я думаю, вот я технарь. Я думаю, Николай, ты давно не видел, Николай, я думаю, я технарь. Я вам еще раз говорю, посмотрите бой, давайте вместе посмотрим. Ты не делал, ты ничего не делал, ты тоже ничего не бил, понимаешь? Потому что он мне не давал, он на дистанции бьет своей дури, и все, и это, и оттягивается, что я не могу этот начать атаку. Ладно. А почему сам не форсировал? Ну, то есть он отошел на дистанцию и к нему прессинг. Да жалко его было. Я думаю, сейчас прикинь, я сейчас 14 боев у пацана, 13 боев, я сейчас щелкну за 2 года. Прикинь, что будет. Ну, типа, надо же чуть-чуть котировать уже. Ты уже возраст и так далее. Где-то в четвертом раунде инициатива уходит от тебя, и что тебе нужно тогда прессинг включать самому. Кого? Потому что ты первый забрал, второй там спорный, но третий ты уже проигрывал, и вот я думаю, четвертый. Да я ему уже отдал третий, я думаю, ты будешь работать, давай хоть это, давай дерись, я думаю. А он не дерется, мне смотрю, у него жалко, его глаза щенячие, такие лысенькие, смотрит на меня. Ты такой, я говорю, ты как вообще? Он говорит, ну вообще плохо, говорит. Нет. Самое необычное интервью. Медиа-конференцию и интервью после боя она определенно выиграла. Mm. Да, Гаджи? Ты выиграл. А бой это просто ужас. Вот это, честно. Не то, что ужас, это вот так вот говно полное. Это вообще да, все 14 все боев великолепных, и главный бой он просто взял, засрал. Да нокаутируй, выиграл. А не платите, я готов, не платите. За такой нельзя платить деньги. Мне, не платите мне, я не буду брать деньги, хотите, не надо. Ваши слова, что думаете? Мне не надо за этот бой оплатить. Всем хорошей удачи. Что думаете, я за деньги, что ли? Если человек выходит за 2 года, 14 побед, не можешь нокаутировать, что ли, или что? И вы говорите, не платите, не платите. А есть желание применения санкций? Не, я не говорю про санкции, я его спросил. Я считаю, в принципе, за такие бои нельзя платить деньги. Но он с своей стороны выплатил, выполнил обязательства. Мы в любом случае, как лига, мы выполнили свои обязательства. Но вы обязаны, исходя из департамента, конечно, да. В принципе, да. Мы не можем не заплатить за бой. Да, да, да. Я просто гипотетически хочу сказать, что абстрактно, что за такие бои бойцы не должны получать деньги. Но это реально позор, это ужас. А какие тогда, то есть сейчас на горячих, конечно, эмоциях, да, сделаем, так сказать, скидку, но заинтересован ли РС Хард в продолжении денег карьеры Гаджи или какой-то диалог с бойцом и с Олегом Фомичем? Но Олег Фомич все-таки боец топ-дога, то есть вот какие мысли сейчас? Гаджи вообще в интервью, возможно, на эмоциях, но он вот на пресс-подходе сказал, я готов к увольнению после такого боя. Но в случае, если Олегу уволят тоже, типа, чтобы уволили, то уволили. Я могу сказать, что это правильные мысли. Но как после таких боев можно продлевать контракт? Как можно получать за такой бой такие деньги? То есть, ну, реально, у меня просто нет слов, у нас был такой крутой ивент. Если убрать главный бой вечера, ну, реально, были классные бои. Были победы, поражения, были драмы. Уровень бойцов был, ну, высочайший. Но главный бой, который ждали многие, и не один год ждали, ну, это ужасно. И вопрос здесь не только к Гаджи, вопрос к обоим спортсменам. Оба виноваты. Один бегал, другой не работал. Ну как можно за 2 раунда нанести 2 удара? Ну это же позор.